это папочка. Солоны. Очень красивая папочка, тоже много разных елочек. Очень красиво. Тетрадь. Вот там еще есть тетрадь. О, да. А еще тетрадочки лол. Да. С лолами. Тетрадочки с куколками лол. Они все разные. Покажи, какие разные они. Такие. Что можно было такая посмотреть. Тетрадочка. Да. Такая. Они все с разными куколками лол. Такая. И такая. Очень красивые. Что есть там? Есть еще киндер сюрприз. Ну, это не киндер-сюрприз, но это сюрприз с лол. Ну, давай, открывай его. Интересно, что там внутри. Это уже, конечно, не канцелярия, но это такое дополнение к канцелярии. Сколько лол? Открыла. Там вот такие вот штучки. Здесь что-то есть. А здесь вкусняшки, наверное. Ну, вкусняшку ты съешь потом, а то, что там есть сюрприз, покажешь сейчас. Вау, тут, кажется, какая-то малышка. Даже малышка? Ну, покажи ближе. Маленькая куколка-малышка. Какая красивая куколка. Куколка лол. А сзади косички. Покажи косички. Вот такая вот. Памперси. Теперь. Красивый блокнотик с лол. Красивенький блокнотик с куколками лол. Скажи, девочка, это Дива, по-моему. А ну, открой его, этот блокнотик, посмотрим внутри листики какие там. Хорошо, сейчас открою. Вот, а внутри у него вот такое, такие вот листочки. А, ну, они обычные. Я думала, может, там лолы нарисованы, но нет. Ничего, но он тоже очень симпатичный. Да. Прям куча сюрпризов. Да. Карандаш с лол! О таком ты мечтала? Да. А теперь дальше. О, конфетка с лол! Ну, это Видишь, тоже фанат? Такой, можно сказать, это конфетка. А ну, давай посмотрим, может быть, это стирачка. Это конфетка, которая вода. Попробуй, конфетка. Вкусняшка. Хорошо? О, стёрка лол! Резинка! Резиночка лол. Вот такая красивая резиночка. Русалка лол. Русалочка. Уже так хочется быстрее все открыть. Клей! Вот такой великолепный клей-карандаш. Ан, покрути. С такой куколкой лол. Ну, остановись просто. Вот. Очень красивый. Там еще так много всего. Вау! Еще одна помадка! Еще одна помадка-конфетка. Только уже с другой девочкой. А у тебя с какой была, покажи? Дива. Это. Была зелененькая вот такая. И розовенькая. Ну, будешь открывать? Вкус пробовать. Какой вкус? Пахнет клубничкой. То, наверное, яблочко, а это клубничка. Ну, что же еще есть в том большом пакете? Так много всего. Ручка с лол! Ну, покрути ее еще. Как она здорово переливается. Здесь большая, маленькая такая, вот, капсула. Вот такая капсула красивая. Ну что, открывай, нам не терпится. Да. Увидеть, что же там внутри.
Давай, может, я тебе помогу, Дриш. Давай. Такая капсула, покажи, видишь? И в ней что-то интересное есть. Да. Вау! Еще одна маленькая, красивенькая лол. Сестричка. Две сестрички, да. Или это мальчик? Это девочка. Это девочка, и это маленькая девочка, да? Да. Ой, какая прекрасная девочка. Славненько. Покажи две. Теперь какие у тебя есть? Одна и вторая. Видишь, мы купили не только канцеляри. Вот так возьми их. Вот, какие красивые две лялечки. А похожи на мальчика и на девочку. Еще здесь еще братики, сестрички. Оказывается, здесь есть вот такие вот конфетки. Вот такие конфетки. Очень красивые, да? Такие. Да. Вот ты будешь их открывать, попробовать? Давай да. Хоть одну попробуешь. Какую ты будешь, красненькую или синенькую пробовать? Красненькую. А мне тогда дай синенькую. Она как жвачка. Может, это держи. Есть жвачечка? Очень вкусная конфетка. Но это не конфетка, это жвачка, наверное. Здесь есть вот такая-то чилочка Лол. Чилочка для карандашиков. Тоже с Лолочкой. Здесь есть еще красивая стерочка Лол. Вот такая вот красивая. Здесь есть вот такая линейка. Закладочка Лол. Вот она переливается. Возьми ее. А там таблица умножения. Да? Можно таблицу. Возьми двумя ручками вот так вот и попереливай. О, как красиво переливается. Великолепно. А это чтобы ты и ручки могла помыть после того, как будешь рисовать, писать, запачкаешь ручки, пойдешь помоешь. Вот такое мыльце Лол. О, здесь есть линейка с Лол. Ну распакуй ее. Сейчас распакую. Линейка слов. Линейка слов. Красивый килл. А какой у тебя еще был? Покажи. Два их. Вот таких два. Вот таких два. Один с русалочкой, а другой просто с девочкой. Плохо ее видно, поверни. Ее чуть в другую сторону. Вот, с какой красивой девочкой тоже Лол. О, а тут есть еще вот такая Лол. О, еще один клей. У тебя уже три клея. Вот такой красивый клей тоже. Ну, у тебя уже клетит клеить. Да. Все, там больше ничего нет? Нет, тут есть еще вот такой и вот такие вот пузыри Лол. Пузыри Лол. Ну, открывай их тогда. Пузыри тоже в виде Лол будут вылетать. Они обычные. Ой, класс. Еще вот сюда вот. Наверх. А много можешь? Последняя осталась. Есть еще последняя? Да.
Вот такой вот карандашик. Лол. Карандашик тоже слоу, только розовенький. Да. А тот какой был, я уже не помню. Вот такой. А, тот был бирюзовый, а этот розовый. И тоже там с куколками лол. Давай ближе, приближе. Может быть, вот будет видно. Ну вот видно, видно немножко. Как руки. Вот. А этот вот розовый, он еще с блестками, да? Мне кажется. Блесточками, да, он еще и блестящий. Очень красивые куколки, очень красивые карандашики блестящие. Будешь рисовать? Тебе понравились? Да. Лиз, вам понравились мои школьные принадлежности? То ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!